Максим и Егор Корнеевы – юные художники. Сегодня они осваивают новую технику. Ребята смастерили поделки из войлока, бабочку и цветок. А помогла им в этом их педагог Ольга Бердникова. Она-то и учит 9-летних мальчиков рисовать. Для них занятия вот это вот арт-терапии, рисование и валяние, и вот какие-то занятия тоже связанные с бумагой, пластикой, очень влияют на их развитие и помогают им адаптироваться в этом мире. Вот, они вырастают и становятся полноценными людьми, также работают, учатся, занимаются. Когда у них что-то получается, вот какие-то изделия, у них глаза прям горят, им очень нравится, и они очень радуются, то, что у них получилось. Братья-близнецы Максим и Егор – особенные дети, но очень талантливые. На выставке они представили несколько работ, исполненные кистью. Больше всего их маму Ирину впечатлил ее же портрет. Поначалу она и не верила, что за год ее сыновья научатся так рисовать. И результат приятно поразил. Ну, мне кажется, что он многие вещи в этот момент переживает и может выразить именно вот на бумагу, в творчестве, то, что он сейчас чувствует. Потому что речью многие вещи сказать им сложно. Поэтому вот рисование – это огромное. Импульс, который вот они могут применить, осуществить и вообще раскрыться. Сейчас у мамы-близнецов появилась еще одна мечта, чтобы хотя бы один из ее сыновей стал известным художником. Впрочем, на то и направлена работа в проекте «От сердца к сердцу», чтобы выявить у детей-аутистов творческие способности. Разработана специальная методика по их адаптации и реализации в обществе. Кроме арт-терапии и вот этой выставки, мы еще разрабатываем пособие для аутистов и азбук специальный для аутистов, которая тоже является особенной. В разработке принимали участие преподаватели художественной школы, которые тоже являются художниками. И к 1 сентября мы планируем выпустить уже пособие в наглядном виде. Это первая выставка особенных детей. Годовой отчет о проделанной работе. Ребята показали то, чему научились. Всего в экспозиции 45 работ. Желающие их увидеть могут прийти в галерею имени Зарипова до середины апреля. Эльмира Гляхметова, Максим Зуйков, Эфир 24.